Стоим на остановке. Вот, посмотрите внимательно, дорожное покрытие какого качества. Не знаю, это... Сюда прям ложбинка, вот в эту ямку. Сейчас примерно 11 часов утра. Не сказать, что это прям совсем окраина Минска, но ближе к окраине. Не знаю, пустые, я считаю, улицы. Нет движения практически. Очень интересно смотреть на пешеходные переходы. Они не такие, как в России. Обратите внимание, видите, там перехода как такового нет. Там есть две черточки слева-справа. И еще жирненькая черточка, это для велосипедистов. Для велосипедистов полным-полно дорог. И они прямо, реальная разметка везде по всему Минску. Всегда спуски вот такие к переходу. Всегда знаки вот такие, где едут велосипедисты. А пешеходам здесь делать нельзя. Все. С правой стороны фонтан, про который я вам говорил. Зеленые поля. Утром проезжала машина поливальная, поливала маленькие растения. И около больших, не знаю, не увидел, чтобы останавливалась. А есть там маленькие насаждения, вот к ним она подъезжала и поливала. Вот это Республика Беларусь, город Минск.